Жарики, а где ты был, скотина, вечером? Время предыдущего заезда. Одиночный заезд каприза. Невероятный старт с оборотов. Какой старт? Какой букс? Нас ждет суперзаезд! Настоящий суперзаезд! BMW M5 против Panamera! Panamera Turbo. Почему суперный заезд? Пешенька поломался вот Бобик. Не, или едет? Не, едет, по-моему. Уехал, слава богу. И так я вам расскажу об этих машинах подробнее. М5. В кузове универсал, редчайший автомобиль, мотор 5 литров, 10 цилиндров, мощность 507 лошадиных сил, атмосферный двигатель, крутится 8000 оборотов. И Panamera Turbo, 4,8 литра, V8, 2 турбины, мощность 500 лошадиных сил, полный привод. Разница в весе приблизительно на 200 килограмм тяжелее Panamera. Времена очень близкие у этих машин. Нигде больше в Украине нельзя увидеть. Ну, разве что на каком-то светофоре на Печерске, но и то без телеметрии. Ну, разве что гаишник им потом скажет время. Приготовили свои камеры. Внимание на светофор! Назад не поехала BMW. Пускай возвращается. Я напоминаю, стартуем мы на зеленый свет. Второй попытки BMW мы не дадим, но просто не успел, по-моему, пилот. Заслушался про Печерск, хотел узнать, где стоят ребята с камерой. Но, в принципе, я думаю, владельцам этих машин по барабану честь отдаст, скажет: сегодня вы на километр быстрее. Счастливой дороги. Итак, BMW готова, кивни. Готово BMW, готово Panamera. Внимание на светофор. На этот раз первым уходит BMW. Но с разницей в полсекунды уходит BMW. Хотя Panamera побеждает. 12:33 Panamera. Отличное время, 13:26. Эмка, вот так вот. Зрители, как вам машины сегодня? Я же говорил, что в середине сезона. Ну, реально Honda аплодисментов достойна за дым. Пилоты готовы. Внимание на светофор. МР2 выигрывает в этом заезде. Тринадцать ноль один показывает МР2 и аж
16 секунд. Аккуратнее колеса прогревайте, да, к датчику очень близко. Пожалуйста, так больше не делать. Только посередине дорожки. Господа, задним ходом, пожалуйста, аккуратнее. Датчик у нас один, если мы его поломаем, шоу закончится, а шоу должно продолжаться. Итак, BMW M5 против BMW M3. 38-й кузов против 36-го. Внимание на светофор. Яркие сегодня машины радуют нас, автомобили сегодня. Очень радуют. Эмпауэр победил 13.83, его время, время пятерки 14.47. Очередной заезд массового Ланоса против блестящего кадета. Приготовились, внимание на светофор. Дорожка Б, дорожка А, как-то медленно так.